мы решили преодолеть восточную, нет, западную часть Казахстана, проехать несколько городов. И вот прямо сейчас из Караганды пришел поезд на Кустанай. И вот мы сейчас здесь, в этом городе. Макс уже здесь был, Кустанай, я здесь впервые, поэтому у нас есть 2.5 часа, чтобы посмотреть хоть немножко город и поснимать его, конечно. И в 11 часов утра у нас будет автобус на Ак-Тюбинск. Мы ехали в новеньком вагончике. Там он был как... Ну, после советских вагонов он был как фантастический фильм какой-то. В тамбуре открывались двери, от нажатия кнопки автоматически сами закрывались. Это было прям... Воу. У нас в России такие поезда есть. Ну, для советских вагонов. В общем, доехали с комфортом. У нас были хорошие попутчики, которые оставили нам еды. Меня напугался. Вот. И там был очень хороший туалет, у которого работала даже переключалка с горячей водой. А мы идем смотреть, в общем, на город. Сейчас мы находимся в Кустанайском центральном парке, наверное, так это можно назвать, но это даже не парк, тут и площадь, и парк, и пешеходная улица. В общем, много тут всего, памятников очень много. И вот впереди нас стоит французский дом, к которому мы сейчас направляемся. Вообще город очень классный, такой вот он, какой-то на российский даже, наверное, похож. И название на всяких магазинах, гостиницах, торговых домах, все на русском написано. Очень классно, что мы приехали утром. Город спокойный такой, здесь нет суеты, нет людей. Все открыто, все достопримечательности на виду, ничто не загорожено. Очень радует меня это. Как-то мы приезжали в Алмату, когда ездили в Харгос. Тоже вот ранним утром мы ходили по городу, это тоже было классно. Такое же ощущение, наверное, сейчас здесь. Ну и вот мы сейчас уже подошли к французскому дому. Макс говорит, что это тоже одна из достопримечательностей. Это торговый дом сейчас, да, по всей видимости? Да. Вот, но он... французский дом здесь не написан. Выполнен, мне кажется, в таком это стиле. Местный, как, наверное, называется. Да? Потому прав... что почему у меня остался в голове о том, что он французский, я не знаю. Может быть, раньше назывался? Может, архитектура какая-то, что-то связано? Ну, там, видишь, Европа. Он Наполеон, наверное. А, там есть еще музей игрушки. Только мы туда не пойдем. Да, там Наполеон стоит. И какая-то девочка со змеем. И Чарли Чаплин там стоит. А рядом с Жанной Дарк вот такая вот девчонка сисястая с ноутбуком. Да, грудь протерта, наверное, на удачу натирают. А вот тут как раз и надпись. Казахско-французский культурный торговый центр. А мы идем дальше. А вот мы и находимся, наверное, это все-таки есть пешеходка. Ну, вернее, не есть она, а продолжение нее, и вот здесь. Март, торговый центр, ЦУМ. А только сейчас мы проходили краеведческий музей кустанайский и зашли в одно место, памятник истории, называется «Стена расстрела». Ну, мы еще пока не весь, наверное, город посмотрели, но, наверное, это наиболее значимая часть для нас была, экскурсии по городу. Интересно. Интересно, да. История. Ну, все стандартное, памятники. Парки, здесь. Торговые центры, памятники, ага. Скульптуры. Сейчас мы будем приближаться к мечети, а потом пойдем на набережную, наверное. В общем, мы идем вниз, а там посмотрим, что там дальше. У нас остается мало времени, поэтому постараемся быстрее. И на автовокзал. Красивая у них набережная. Тут стройка, правда, идет.
все отстраивают, вон, поэтому немножко грязненько. Вот, а так очень красиво. Тут и цветочки, и все это в таком дизайне, вон там написано «Кустанай» из цветов. И вообще, Кустанай очень удобный, на наш взгляд, город. Мы от вокзала прошлись по пешеходу, по центральному парку, и вот мы оказались на набережной. Все это по одной улице практически. Да, по одной улице. И вот мы здесь, и весь город практически посмотрели. Ну, центральную его часть. Возникло ощущение, что у города любимый цвет розовый. Потому что он везде проявляется, как бордюры бело-розовые, лавочки бело-розовые. Цветов много розовых. Да, очень много розового. Если кто-то знает, напишите в комментариях, с чем это связано. Я в прошлый раз еще, когда здесь был, где-то лет 7 назад, тоже у меня возник такой, у меня как раз в голове остался, что там... Розовый город. Розовый город, да. Почему так? Набережная очень красивая здесь. Не прочь бы жить вот в тех домах. Вид на Тобол. Набережную отстраивают. Тобол — это река. Вот это. Здесь вот мост автомобильный. И, скорее всего, пешеходный мост. У города, я так понимаю, еще есть один загон по поводу Чарли Чаплина. Мы здесь всего лишь около часа, наверное. Я уже увидел второй памятник Чарли Чаплина. Один салон красоты Чарли назывался, с фотографией Чарли Чаплина. Насчет этого тоже напишите в комментариях, если кто-то в курсе, кто здесь фанат Чарли Чаплина. Нашли мы городской пляж, через него попытались как-то выйти. Ручка. Вышли через какую-то жопу, нам показали, что, значит, есть здесь остановка. Вот сейчас мы едем на автовокзал, осталось полчаса до автобуса, у нас еще нет билетов, и мы не знаем, есть ли там места. В общем, ситуация такая, что наш автобус уехал. Мы приехали на вокзал за 20-15 минут до отправления, подошли к кассе, нам сказали, что мест нет. Водители нас не взяли, потому что автобус, естественно, был полный. Ну, в общем, думаем, что делать дальше. Есть возможность уехать до какого-то там Лисаковска, Рудно, Денисовки. Это в то направление, до Актюбинска. Самый дальний, как мы поняли, междугородний. Пригородный автобус. И автостопить дальше. В общем, купили мы билеты до Лисаковска. Это город. В общем, в ту сторону, в сторону Октобы, Актюбинска. Недавно тоже. Вот. И выезжаем мы через полчаса на этом автобусе. Билет стоит 800 тенге с человеком. В то время как тот билет, на который мы хотели автобус сесть, стоил 3900 с человека. Но мы бы доехали примерно за 1 час до Актюбинска, а сейчас мы неизвестно, во сколько доедем. Приедем ли мы до полуночи вообще? Приедем ли вообще? Где мы ночевать будем? Да, ну вот пока билеты до Лисаковска, а там будет видно.